Мы на озере. Тут кувшинки и уточки. Но сегодня довольно жарко. Кувшинки уже закрылись, уже ближе к вечеру. Вика, это что у нас? Лаванда. А это? А это я не помню. Вон велосипеды можно взять на прокат. 5 евро в час. Но здесь сейчас не видно. Ну, плохо видно. Это там свет выключен. Тоже спортивный зал. Заниматься сидя. Здесь у нас сейчас вообще время обеда, поэтому людей здесь нету. Здесь мы с Викой играем иногда в пинг-понг. Здесь у нас зимний сад. Тут вот такая зона отдыха. Так. До второго этажа. У нас большие шахматы. Везде слышим русскую речь, ну или на иврите. Так. Это нижний этаж, минус один. Здесь у нас... Там вон Викуля. Так, это я вышла из гостиницы. Ну и вот тут у нас сразу лес. Там вон гамаки, лавочки. Это наш санаторий. Эгле.
Ну, вот так. Но территория тут огромная, конечно. Это не одно здание. Есть много здесь. Это целый комплекс. Я думаю, чтобы обойти всю территорию, нужно минут 15-20. Вот люди там отдыхают. До города пешком 20-25 минут. Так, это я зашла за нашу гостиницу с обратной стороны. Там у нас бассейн. Ну и вот там все вот эти здания вдалеке. Это все разные корпусы, но их много. И все, что мы видим, есть еще несколько. Там дальше игровые площадки, еще всякие лечебницы. Минеральная вода там есть.
Конечно, для Вики это маленькая горка. Ну что делать? Так, мы идем пить минеральную водичку. Она не очень соленая, но там есть два вида. Мы пьем номер два. Вот Викуля. Это номер один, теплая. Номер один, холодная. Это просто питьевая вода. Это что? А, для полоскания. Это вот та соленая очень. Это вот такая, которую... Это я пью ее? А, нет. Минералка. Вот эту я пью. И есть еще такая же тепленькая.